Три ложки хлопья. Влад, я не могу зачерпнуть. Какая была ложка? Первая. Пряничный домик. Коробочка. Чего? Внутри меня ждет арбуз. Иди, иди ко мне. Нет. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Ну где же они, а? Они же обещали, что придут. Влад! Алло, Клу, это мы! Жду. Как и договаривались. А я прям не верю. Ох, сейчас заплачу. Челленджи. О, просто какое-то новогоднее безумие. Как-то не нравится. Шестой выпуск и все еще не нравится. Не нравится. Показывай свои боксы уже. Внимание! Ящика челлендж! Праздничный выпуск коробок. Я так старался. Это наши с пацанами подписчики. Нет, бумаги ответ. А? Пойду подготовлю вам челленджи. Ну привет, до чего довели ваши лайки? Мы снова. Живаешь? Ты же в ящике из подарков. Явно не положил туда какой-то мягкий теплый свитер. Я надеюсь, что это последнее. Продолжите их ставить, клон же никогда не остановится. В каждой коробке свой звук. Это вообще твердо. Серега, а у тебя там что? А для моего бокса есть и ледянки пластиковые, и металлические. У меня вообще походу пряничный домик. Пряник с прошлого года здесь лежит. Кругом елки, и они такие колючие. Надеюсь, клоун подготовил нормальный инструмент. Кобяков, буду удивлять его. Достаточно плохо в этой коробке. Решил еще и запеть? А я даже впервые тебе помогу с челленджем. Классные рога. И тебе нужно хотя бы раз. Давай, салага. Так, первая попытка. Не, ну там попал, ну слетело. Это наказание. Дорогуша, повреди, да будет красота! Ты так прекрасен! Варежки? Клоун, ты серьезно? Да елки, она не колется. Ему внутри каждой веточки есть металлическая проволока. Уйдет много времени. Пробовать выбраться. Ребята, перед тем, как ко мне придет клоун, привлекает вот эта вот золотая упаковка. Кто же это может быть? Может быть, слиток золота? Кирпич! Владислав! Ожидать от этих коробок. Ну давай, челлендж! Есть три ложки хлопья! Это же просто... Таких тарелок съем. Ну что ж, сейчас мы это и узнаем. В чем дело? Ложка на магните! Влад, я не могу зачерпнуть! Какая была ложка? Первая! Можно оторвать! Это-то что? Это же невозможно! Нужно было поработать... Ложка! Что? Мандарины! Что это? Сочное! Будем настроение! Не надо, хлоп! Хэдшот, ребята! Увернулся! Увернулся! Вы видели, как я уворачивался? Дубовский Нео, тебе повезло, мандарины кончились. Как? Есть же и хорошая новость! Я заслужил инструмент! Отличный инструмент, чтобы срывать бумагу, смотрите! Да, выглядит это максимально некрасиво. Не буду все коробки сейчас распарывать. Не новогоднее мое настроение. Поэтому коробки открывать будем. Может, там какие-нибудь кроссовки? Если подарили вот такую машину на пульт управления. Кусок гипсокартона. И сейчас он рассыпет. Конечно. Таран. И как протараню эти коробки. Вот бы тебе вообще не скучал. Давай лучше свой челлендж. Инструмент как машина. И попробую. Давай сюда челлендж. Так, чтобы хоть одна зацепилась за нее. Ого. Два, три. Инструмент. Мы продолжаем новогоднюю тему. Может быть полезно. Хотя вот тут какой-то острый кончик. Что-то ничего не выходит. Еще и палка длинная. Ой, я походу ее сломал. Придется сдать следующий челлендж. Гляньте. А у нас всегда механика такая. Сначала челлендж, потом уже... Задача сдуть ее, чтобы в итоге она зацепила стул. Почти, почти. Будет небольшим сюрпризом для Глента. Нет? Нет. Нам надо на голову! Чисть мне голову! Надо быть лысым, чтобы это сработало! Сюда! А в интернете это выглядело более эффектно. Глянь! Вот это вот венчик! Тесто, а потом получает этот шедевр! Намочил? Ты серьезно? Именно так! Венчик! Это очень утомительно и долго. Кабачков! Скидывался вне стаканчика, ты всего лишь должен вернуть его. Но ты должен сделать это за минутку. Осталось 10 секунд! 9! Мне кажется, я легко выберу выигрыша в челлендже. Классика жанра. Ножницы. Попробуем, на что они способны. Ладно, хотя бы обстригу елку. У меня станет меньше поверхность. Владос! 5!
В этом я написала, что хочу Оскар. Вот здесь я написала, что велосипед. Здесь я хочу, чтобы ты перекрасился в розовый. Но ты должен мне помочь. Может, ты лучше на почту сходишь? 5 писем нужно забросить в этот ящик. Учти, это мое желание про розовые волосы. И я на самом деле думаю уже перекрашиваться в обратно. Пишите в комментарии. Оставлять белый или возвращать старый цвет волос? 4. А сколько конвертов забросить? Ну хотя бы 1. А улетел мой Оскар. Это святое, давай напоследок. О, а это моя мировая известность. Ладно, попробуем. Знаменитый! Велосипед. Да! Господи! Иди ко мне. Нет, ты лучше мне инструмент дай. Палочки, держи. Кстати, пока я здесь сидел, дарись подарок. Но порой их так трудно выбирать, что у 43% наших зрителей вообще на все новые года. Мне подарок прямо сейчас на все новые года. Ленту, Кобякову, Сереге подписаться. Это удивительно, но ваша подписка — подарок, за которым не нужно ходить в магазин. Уже подписан. Спасибо, вы уже сделали мне подарок. Но твердо. Здесь получается получше. Так, пробил коробку, ребята. Ну, очень интересно. Ребята, это пакет или с землей, или с удобрением. Но мое любопытство меня не может остановить. Смотрите. Я был прав. Коробки не нужно открывать. A few moments later. Все, третий раз наткнулся на свою же ошибочку. Ладно, просто посижу. Он приходит, веселье приносит он Сереге. Серега, туалетная бумага, челленджа. Я построил для тебя вот эту вот башню. Так, чтобы она ее сбила. И вперед. Ну что, пошла-поехала. Очка. Три. Па. А, фу, бери свою руку. Трогал. А вот это уже обидно было. Инструмент неси. Замечательно, японской пилой. Не потеряй это. Посмотрите, я уже отпилил. Все, клоун, ты проиграл. Чтобы масло выломать. Легко. Но металл не прорежет. Но мы попробуем все равно. Короче, буду резать все, что деревянное. Вдруг это поможет. Давай. Че? Что? Что я там такое вижу? Я же говорил, Пуська, давай челленджи. На самом деле, я просто на него обижен. Дал мне какой-то венчик, пряник даже не прожарил. Тесто какое-то жидкое. Пирамидку из кубиков. Справишься так, чтобы ничего не упало. Время пошло. Но ты комментируй. Что-нибудь еще? Какой-нибудь дискомфорт? О, сейчас у тебя будет дискомфорт от наказания. О, подошел. Комментарий излишний, да? Рождеством. И Новым годом. Дружище, я надеюсь, без обид. Шуткую, это садовая лопатка. Удачи. Посидеть так же минут 20 с этим инструментом, я уже смогу. Я уже начинаю сомневаться, может быть, это вообще не пряник? Я сделал, наконец-таки, отверстие. Указательный палец. Ух, это было очень тяжело. Ручка отлетела от лопаты, и теперь я не могу ее достать. Вы посмотрите, сколько веток я обстриг. Я уже смогу выбраться. Или застряну в этих ветках. И в номинации «Самый неудавшийся побег года». Клоун, зато посмотри, какую дырку я уже сделал. Будем еще работать, да? Давай свой челлендж. Перестану это делать. Нет, нет, нет. У тебя есть минутка. Ты должен выдуть все красные шарики из-под носа. Так, это все цветочки, а ягодки будут потом. Пум-пум, наказание. Итак, юный джентльмен. Сейчас мы будем превращать Кобякова в кексик. А так... Клоун, с ума сошел. Happy New Year. Инструмент. Уже бегу. Держи Кобяков, кусторез. Искусственной елки, попробуй. Бессмысленный инструмент. Походу нужно возвращаться к ножницам. Челлендж, мне нужен новый челлендж. Новогодний дух, так что сразу челлендж, да? Супер, держи. Резинку. И тебе нужно спустить этот шарик по ней. Блинк. У тебя есть целых 3 попытки. 3. По-моему, ясно. Я держу баланс, а потом вовремя... Первый блин всегда комом. Все, я уже эксперт, мастер. Ну, 50, это... конечно, это... Это не считается. Согласитесь, ребята, я был близок. По одну попыточку. Ой, нет. Это... Выглядит это все приятно, как и подарочные коробки. Агу, и быть в этом до конца ролика. Да в... Вдохни, выдохни и... Наказание. Это уголь. Лучше дай какую-нибудь кирку или молоток. Сейчас что-то классное, но тебе достается скребок. Хотя мы откроем сейчас. А давайте 3 коробочки. Коробки с лентами. Вот она, коробочка. О, чего? Но внутри меня ждет арбуз. Фу! На секундочку я подумал, что... Подарок! Как я не додумался. Вот это что за коробка? Посмотрите, здесь деревянная доска. Коробка. Но, возможно, как раз-таки это подстава. По-любому. Это же приправка где-то завалялась. Где же там вкусняшки? Кстати, вот так вот роллтон есть можно. И хватит, чтобы я вылез. Поэтому я сбегаю. А
Чирик! А зачем тебе гирлянда? Ну, Клоун! Ну, мы же договаривались, что сами будем... Чему? Ну, Клоун! Клоун, ну почему? Ну, за что? Ну... Ты все еще играешь в свои игрушки? Я просто создан для этого. Ладно, свернуть ее тебе нужно будет с помощью зубов. 5 секунд. Поехали! Так, мне кажется, этот челлендж Клоун не проверял. 15! Я не говорил, где есть. Опа-на! Вот это я понимаю, инструментище. Держу этот инструмент в руках. Ты такой грустный. Я лопатку потерял. А будем его посредством челленджа? Конечно. Супер. Ну, бывает нормально. Да, Глент, наконец-то ты понял, что я... Выпусти. Нет. Ну вот, бро. И мы сбиваем этот шарик. Глент. Проблема в том, что из-за бутылки я вообще не вижу... Ну, проверочная. Блин, значит, надо посильнее. Но ты его не использовал. Чупики забыл. Что может быть лучше плавного доброго борщика? Способ приема будет несколько необычный. Я готов. Посерпани? Ну ладно, не хочешь, тогда так. Холодный борщ! Твоя бабуля! Пичек не было, поэтому... Блин! И почему ты положил? Клава, пожалуйста, подай полотенчика. Пожалуйста. Худшее наказание ever. Буром, парень. О, ну против пряника. Капец, я впервые вижу. В принципе, нормально получается. Капец, Клоун. Что тесто такое? Жиденькое. Недопек. Надо было еще... Получил какую-то фигню. Иди сюда. Был подарок в золотой бумаге. Ну, я про кирпич. Да, Клоун, иди-ка сюда. Че такое? А не хочешь? Самый невыполнимый челлендж. Че, правда? Беру, становлюсь вот сюда и делаю вот так. Ты что творишь? Клоун, я достаточно открыл твоих коробок. И твои вот эти... Нет, не очень. Тогда я сам Кобякову, да? Да, навижу пыль. Серега, отвлекись, должен попасть шариком по звоночку. Помоги мне. Ой. Ну, Серега, надеюсь, ты достоин молота Тора. Ой, большой. Мне кажется, я сейчас вынесу все. Так, что-то выпало. А, это ледянка. Акробатические трюки. Нашу праздничную катку, Серега. Ну, поехали. Здорово, Глент. Наконец-то, все уже выбрали. Подбросить печенье так, чтобы минимум 7 перевернулись. Техника. Обычно, когда я жарю блины, я их переворачиваю с хлестка перевернуть все печеньки. Козел, такие сложные задания оставил для меня. Ну, немножко измазанное в соевом соусе. Он воняет. Наказание есть наказание, Глент. Я сам. Дед Мороз. Надо дышать ртом, небезопасность. Как же это воняет. Начинает что-то получаться. Надо пробовать, ребят. Я иду, получилось далеко не по размеру. О, пройти со свистом. Сейчас надо втянуть булки. С днем рождения, Глент. Делай, что хочешь, Клоун. Что ты собрался с нами делать? Ну как, вы будете здесь? Так новых коробок же больше не будет. Узнаем по лайкам. Нет, подпи... Не нужно, надо!